Всем здорово, ребят. Ну что, мы на русском сервере, и мы сегодня с вами опять трешуем, опять делаем минус один. Именно так я этот видос назову. У меня был еще мой тезка где-то кидал, не могу найти аккаунт, блин. Куча аккаунтов на слив. Именно такой у нас сегодня видосик будет. Для многих печальных, многих будет бомбить. Это русский сервер, донатный аккаунт, и он идет сегодня... Вы знаете куда. Аккаунт предоставил мой подписчик Эрик, за что ему спасибо. Делаем красивый контент, показываем разработчикам, что люди просто бросают игру из-за того, что они делают какую-то хрень от обновы до обновы. Ну, если раньше просили больше аккаунта, сейчас больше просят слить аккаунт. В общем, поехали, посмотрим на героев, которые у него есть. Ну, Зефира нет, Огника нет, поэтому все более-менее нормально. Но все же это донатный аккаунт, и не слабенький, судя по силе. Сейчас посмотрим, что у него тут есть. Находится он в гильдии Яблон. Вот так вот, 64-75. Решил он все-таки слиться, не знаю чего, после битвы гильдий. В общем, поехали. Поехали, поехали, посмотрим. Ну, топовая Фрея, двадцатка. Нормально, нормальные таланты. Посмотрите на героя. Вообще, вообще отлично. Я считаю, аккаунт хороший. Должен был бы, по идее, жить, но он идет все-таки на слив. Хорошие прокачки. И как обычно, будут школьники потом в комментах бомбить. Вот, отдал бы лучше мне. Есть просто такое понятие почта, которую реально ребята не могут отдать. У меня, допустим, тоже. Я бы, возможно, бы разыграл бы один из своих топовых аккаунтов, чтобы меньше было нагрузки. Но не могу. То есть это нормальное явление, поэтому не стоит бомбить, что сливают аккаунты, они кому-то отдают. Некоторые просто консервируют аккаунты. Потом приходит зима и начинают играть. Ну, по-разному. У каждого, скажем так, свое. Так-с. Отлично. Снимаем все лишнее с аккаунта. Эмблемы, в принципе, неплохие. Скины тоже есть. В общем, куча всего. Сейчас посмотрим, что в итоге у нас получится. Так, ну вроде здесь разобрались. Убираем героев с башен. Так, тотемы. Тоже веселое занятие. Искать тотемы. Кстати, идем в питомники сразу же. Поднимаем героев. Питомцев. Или наоборот, питомцев с героев. Какая разница? Стоять. Так, отлично. Так, где твои тотемы? Скажи мне, пожалуйста. Где они? А где не вижу? Тут ничего нету. Вижу второй. Тут тоже ничего нету. Так, по командам.
Лада. КБшка. Я уже не помню, какие даже локации. КБшка 17 уровня. Неплохо. Так, сохранить. Так, отлично. Забрали плюшечки. Блин, я даже забыл, что такое фармить КБшку, реально. Такс. Еще, по-моему, отсюда надо. Так, тут у нас команда не создана. И тут у нас команда тоже не создана, так как я заходил со своего устройства. Таблетки. Блин, классные герои. Хороший аккаунт. Но не все выдерживают. Так, окей. Куча ниндзиков у нас даже. Бочечка. Настало твое время. Поехали. Поехали. Вот так вот. Смотрим, как силушка сейчас упадет. Я думаю, где-то 1100 силы должно остаться. Как минимум. Так, одного Анубиса убрали. Каких-то имбо-героев оставим. Это у нас будет, ребятушки, мега прокачка бочки. Нифига себе. Максимум. Что-то я не понял. А, вот так вот. Вот так вот наша бочка перекачалась, ребят. Что же делать? Качаем, конечно, вторую бочку. А, так, я надеюсь, она здесь есть. Ой, у нас тут еще куча ресурсов, куча героев. Сейчас мы откроем одну бочечку. Оу, посмотрите, что тут делается. О май гад, сейчас будет трэш полный. Поехали. Это еще не все. Видимо, хорошо ролил. Бочек на складе хватает. Это самое ценное на складе, что может быть, это бочки. Так, а вот пошли карашечки в ход. Да, нормально у него. Старенький, видимо, аккаунт. Хороший такой ак. Потому что, смотрю, куча героев. При таком донате такое количество героев. Это либо аккаунт много ролил, ну, по самоцветам не скажешь, либо аккаунт очень давно. Потому что такое количество героев реально не накопишь за такое количество купленных самов. Так. Поэтому это однозначно один из стареньких каких-то аккаунтов. Сейчас посмотрим айдишку. Сколько героев. Нормально мы так и гашек подняли, кстати. Так, я надеюсь, вам эти герои, ребятушки, прилетят. Все, что мы сливаем, все к вам придет. В принципе, мы могли и бочку качнуть. Можно картами качать некоторыми.
Да. Печально, печально. Надеюсь, когда-то кто-то мой аккаунт точно так же сольет. Но это не точно. Такс. Давайте рогатку еще продадим. Посмотрим. Тут и так героев хватает топовых. Поехали качать, ребятушки. Вторую бочку на максималку. Бочку в бочку. Так, отлично. Блин, аж жалко сливать таких героев. Реально герои классные. Смотрите, какие. Печалька, да? Один герой лучше другого. Кого? Кого мы последним сольем? Стрелка, думаю, стрелок неинтересный. Асура тоже можно. Седну. И Анубиса. Не, Бугича давайте. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот последние герои сливаются на этом аккаунте. Ну что, могу тебя поздравить, у тебя теперь мега бочка. Прокачка мега бочки героями. Поехали. Даже у нас ресурсов дохренища, я не знаю. Мы сейчас, наверное, еще ее на максималку качнем. Еще остались карты. Ладно, давайте карты досливаем. Так, что у нас еще интересного? Ну, это можно на кагашки продать. Сейчас посмотрим, что у нас по кагашкам получится. Это расходники, они по сути. Вот, хотя, возможно, когда-то вдруг он захочет с нуля начать играть. Так, скины у нас. Таланты. Посмотрите, какие таланты. Продать. Продать. Я не знаю, или у нас синих кристаллов. Не будет перелимит. Сейчас попробуем. Да, ресурсов на аккаунте в принципе хватает. Сливаем самое ценное, чтобы уже точно не вернулся. Таланты за 50к золота. Супер. Так, эти тоже можно продать. О, ничего себе. Смотрите, какие мы мажоры, ребятушки. Я тоже, кстати, у себя так на аккаунте делаю. Но никогда сливаю. Так, отлично. Эти расходники оставим, это интересно, и пусть будет себе на память о хороших временах. Посливаем то, что... Ну, фоны это такое. Карты. А, не будем мы ролить, а мы их просто продадим на ЗП-шке. Камешки. Было бы неплохо, знаете, типа сливаешь аккаунт и кому-то перебросил ресурсы. Это было бы весело.
скины. Ну, кстати, нормально еще и скинов героев. Такс, книжки. 89к. Вот так вот. 89к на аккаунте осталось со всего, что было. И одна бочечка. Нормально, 1 000 000 кгшек практически. Почему бы и нет? Интересно, дособираем. Лям или нет? В принципе, должны, думаю, 1 000 000 кгшек собрать. Скины тоже нормально стоят. Так, это временный скин. Так, ну что, все вроде с кгшками, больше мы тут ничего не получим. А нет, еще есть итемы у нас на кгшке. Это на золото, это бессмысленно продавать. Все, у нас лимит золота. А, у нас есть же эти, еще что-то я не подумал. Тут мы сейчас даже больше получим, чем 1 000 000. Книжечки. Так, ну тут такие ресурсы уже остались. В принципе, ничего такого. Еще единственное, идем к эмблемам. Где тут его складик? Складик. Надо купить одну коробочку и эмблемы. Ну, 8 у него тоже неплохие. Что-то оно так перескакивает неудобно. Психощиты, блин. Жесть. Я не буду уже все эмблемы продавать. Это реально долго будет. И сейчас заролим коробку в итоге в конце, и все. Сливаем самое-самое дорогое, самое ценное. Все. Так, ну что, поздравляю с освобождением от этой игры. Так, это мы даже
А, мы не можем его открыть, блин. Продать, точнее. Где там наша коробка? Гнев. Жесткая бочка. И, ребятушки, напоследок еще сделаем. За 450 только рыцарь нам упал. И хочется поролить за ЗПшки. Сделать мега ролл. 8 лямов, конечно, мы все не вытащим. Хоть посмотрим, как падают синие герои сюда. Одного я только видел. Пока. Два. Эту слизь была. Эктоплазм. Да, эктоплазмы падают. Синие герои не особо. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Поздравляю. Эрик, твой аккаунт слит. Все, всем удачи, всем пока.